ремонт дорог в Актау проведен некачественно. Об этом заявили прокуроры по итогам своей проверки. На новом асфальтном покрытии они обнаружили ямы, выбоины и трещины. Виной всему считают в надзорном органе асфальтно-бетонная смесь, которая не соответствовала стандартам. Как оказалось, подрядчик не придерживался требований, прописанных в договоре. А сотрудники Актауского отдела ЖКХ и жилищной инспекции не посчитали нужным проконтролировать исполнителя. Стоит отметить, что на ямочный ремонт потрачено почти 65 миллионов тенге. Чиновников привлекут к дисциплинарной ответственности. Причина некачественного исполнения своих обязательств по заключенному договору о государственных закупках послужило то, что подрядчик в своих работах использовал некачественный асфальт. В связи с чем прокуратура города Актау было предписано данному подрядчику в лице ГККП «Калаш-Жолдары» устранить дефекты и недостатки за свой счет.